Если сегодня начать русским показывать во французском, немецком, английском, португальском, ну, в любом телевидении реально вот эти вот труповозы, которые приезжают, когда закрывают целый центральный железнодорожный вокзал в городе, и там эшелонами идут холодильники с непонятными запчастями, если показывать эти истории, и их будут показывать не только я, это будет менять ситуацию. Потому что у русских начнется подниматься вопрос. Он уже поднимает вопрос, до какой черты это будет происходить. А черта одна. Время жизни, оно там очень короткое. Оно у всех там очень короткое. И у украинцев, и у русских. Но Украина защищает свою землю, свой дом, свою родину. А оккупантов вообще непонятно чего. Назад им никак, а вперед им тем паче никак. И получается, что выход только один. Это либо ранение и комиссование туда, да, а либо до конца. А так как все это скрывается, то оно будет терпеться еще какое-то количество времени, потому что терпение у российского народа больше, чем недр. Вот и вся история.